Всем привет! И сегодня я расскажу вам суперпитательную маску для лица. Делать ее надо 2-3 раза в неделю, ну и желательно хотя бы 1-2 месяца. Тогда будет эффект результата. Как она делается? Из простых ингредиентов мы берем желток, белок тоже не выбрасываем, он потребуется у нас для другой маски, я просто отложила. Берем любое масло, у меня льняное масло, вы можете взять любое другое, которое вам подходит. Я его пью внутрь, вот ложечку прям наливаю сюда и желток добавляю. И также мы берем касторовое масло, вот оно у меня в таком пузыречке. Не знаю, видно, не видно, вот оно уже такое старенькое, у меня я постоянно им пользуюсь просто. Он хорошо питает, много микроэлементов в нем. Также наливаем сюда и размешиваем с желтком. И получается у нас очень питательная такая смесь. Стараюсь, чтобы было вам видно, вот такое из масел и желтка. И наносим на лицо.